Здравствуйте, уважаемые гости моих каналов. Мы продолжаем очень кратко разбирать астрономические термины и понятия, коих мы выделили 150 терминов. Термин 32. Географическая долгота. Долгота – это координата в системе сферических координат, которая указывает положение точки на поверхности Земли или любого другого небесного тела, планеты ли, звезды, спутника. Эта величина измеряется в градусах и обозначается греческой буквой лямбда. Лямбда. Меридианы – это линии, идущие от одного географического полюса к другому и соединяют точки с одинаковой долготой. В соответствии с международным соглашением, меридиану, который проходит через Гринвичскую обсерваторию, это Лондон, Великобритания, было присвоено значение нулевой долготы. То есть эта точка была избрана в качестве точки отсчета долготы на земном шаре. Долгота других мест измеряется как угол на восток или запад от нулевого меридиана в диапазоне от нуля до плюс 180 градусов на восток и от нуля до минус 180 градусов на запад. Это формирует правостороннюю систему координат, где ось Z, большой палец правой руки, направлена от центра Земли к северному полюсу, а ось X, указательный палец правой руки, простирается от центра Земли через экватор к нулевому меридиану. Положение точки земной поверхности на меридиане определяется ее широтой, которая приблизительно равна углу между местной вертикалью и плоскостью экватора. Если бы Земля имела правильную сферическую форму и была радиально однородной, то есть не было бы гор, впадин и так далее, то долгота любой точки земной поверхности была бы в точности равна углу между вертикальной плоскостью север-юг, проходящей через эту точку, и плоскостью Гринвичского меридиана. При этом вертикальная плоскость север-юг, проведенная через любую точку Земли, проходила бы через земную ось. Но поскольку Земля неоднородна, то есть радиально неоднородна, имеет неправильную форму, это приводит к тому, что вертикальная плоскость север-юг пересекает плоскость Гринвичского меридиана под некоторым углом. Этот угол есть астрономическая долгота, рассчитанная по наблюдениям звезд. Долгота, показываемая на картах и устройствах GPS, представляет собой угол между плоскостью Гринвичского меридиана и отклоняющейся от вертикали плоскостью, проведенной через точку. Это отклоняющая от вертикали плоскость перпендикулярно поверхности сфероида, выбранной для аппроксимации поверхности уровня моря. Спасибо за внимание. Следующее, 33-е понятие будет посвящено долготе восходящего угла. До свидания.